Как и обещали синоптики, циклон в Сочи сместился в Лазаревский район, на него обрушился град. Очевидцы выкладывают впечатляющие кадры. Первым под удар стихии попал поселок Голубая Дача. Град с сильным дождем также прошел и в районе Магри, Шепси и Аше. Сначала пошел сильный дождь, а потом и град, причем погода поменялась за секунду. Еще 10 минут назад до града светило солнце и было около 30 градусов тепла. У нас пошел град. Так грохочет, что сил не отбороться. Судя по кадрам, в Аше градины с куриное яйцо, в Магри поменьше, с перепелиное. Дороги в Лазаревском районе уже залило, отмечают очевидцы. В Лазаревском районе города-курорта Сочи выпал град размером с куриное яйцо, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Напомним, в Сочи продлено действие штормового предупреждения. До конца суток, 11 июля, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом.